Салим сосед, это почти кукинг-шоу. Меня зовут Сима. Меня зовут Асель. А сегодня готовим рецепт, который для моей семьи такой мой выход. Фахитос. Вот. Но однажды я приготовила фахитос у Асель дома. И, кстати, мы сейчас на ее кухне, где каждый день собирается ее семья. Так вот, Асель сказала, лепешки покупать не будем, как я это обычно делаю, приготовлю их сама. И это поменяло в корне все. Скажи. Лепешки супер простые, легкие в приготовлении. И мне кажется, после этого рецепта никто уже не будет покупать готовые. Поехали. Давай. Я делаю тесто в термомиксе. У меня здесь 400 грамм муки, 250 грамм воды, чайная ложка, 5 грамм дрожжей сухих, 2 чайные ложки оливкового масла, чайная ложка сахара и 2 чайные ложки соли. Сейчас все, делаем, да, это, сделаем тесто. Держим, пока не увеличится в объеме вдвое, это где-то 1,5-2 часа. Потом делим тесто на 5-6 кусочков, раскатываем диаметром 15-20 сантиметров и жарим на сухой сковороде по 15-30 секунд. Это было очень вкусно, сейчас будет очень вкусно. Давай. Тесто увеличилось в объеме в 2 раза. Я разделила на 6 кусочков и раскатала тесто круг диаметром 15-20 сантиметров. Теперь жарим его на сухой сковородке по 15-30 секунд с каждой стороны. Классно получилось. Но таких лепешек надо много-много-много. Потому что смысл этого блюда в том, что ты набираешь всякие ингредиенты и заворачиваешь. Да. Мы очень много чего сюда не добавим. Например, надо добавить еще гуакамоле, сальсу. Это все просто делается. У нас экспресс-вариант. Что я сюда сделала? Здесь нарезанный красный лук, просто крупно, за это и люблю этот рецепт, что не надо париться, как резать, то, что режу я плохо. Вот так крупно нарезанный болгарский красный перец, паприка, соль, можно перец, и вот такими вот кусочками нарезанное куриное филе, которое предварительно мариновать никак не надо. Просто все это перемешаем. Паприку можно больше добавлять, потому что она прям такой остроты не добавляет, но добавляет цвета. Сейчас я это все перемешаю, отправлю в, можно в какой-нибудь казанчик, ну, смотря что там у вас есть, и пока курица не приготовится, и все. А подавать мы это все будем вот с этими лепешками. И наш локализированный и адаптированный вариант со сметанкой. Супер классно. Можно еще с греческим йогуртом. Или да? С греческим йогуртом, да. Но вообще даже в оригинале со сметаной подают. Я, кстати... Ну, мы еще любители сметаны. Да. Я увидела рецепт как-то у Джейми Оливера. Он ходил по разным семьям, и он был, кажется, в Мексике, что ли, или в мексиканской семье. Они там готовили гуакамоле, и они добавили в гуакамоле сметану. Я как-то один раз попробовала, с тех пор сюда сметану добавляю. Она такая более кремистая становится, поэтому я думаю, что латины... Да, но плюс, видишь, мы не любители специй, да? Конечно, можно и чеснок. Чеснок в сальсе вообще идет. Но да. Если мы сейчас начнем это все готовить, это все надолго. А да. Наша задача доказать быстро тебе, сосед, что это все очень быстро и просто. Все готово, лепешки готовы. И курица с перцем болгарским, луком готова. На все про все ушло. Вот само приготовление ушло минут 30, наверное, да? Вот. Все супер просто. Делаем так. Давай, систер, пополам. Просто мажем. Блин, я люблю сметану. Все со сметаной. Очень вкусно. Вкусно? Супер вкусно. О, боже. Сосед, готовь дома. Легко и быстро. Угу. Аз был сосед.